помещении, показывать рекламу. Друзья мои, всем привет, всем привет, всем привет. Ну что, вроде как идем, да, вроде как начали стрим. Да, все отлично. Мы начинаем. Привет всем. Здесь написал. Теперь что мы делаем у нас? YouTube. Также привет всем. И здесь у нас на Твиче также привет всем. Ой, что-то написал. В общем, как-то так. Особо не шумите. Ну, в общем, мы начинаем, так сказать, КВН. Ну, и для этого мы берем, наверное, все-таки не этот танк, не Проджета. Хотя Проджета прекрасный танк. Вот, какой он крутой. Ух! Начинаем. Подождите. Ну, ладно. В следующем бою поставим эту штуку. И будет все в порядочке. Блин, это уже где-то за сегодняшний день. Ну, блин, я вам скажу, сколько. Порядка, наверное, четвертого раза за сегодняшний день появляется вот эта вот карта. Интересно. Итак, ребят, давайте начинать. Если бы у нас был не Проджета, то был бы какой-то другой танк. Но на Проджета мы поедем вон туда, в ту сторону. Ребят, смотрите, сейчас, к сожалению, у вас 720 на 60, то есть на 60 кадров в секунду. Вот качество. Но, к сожалению, так получилось, что у нас... Ух ты, еще не все загрузилось даже, а мы их уже сейчас начнем бить. В общем, игра не подгрузилась, но так получилось. В общем, ребят, по поводу своего компьютера. Значит, поставил я сегодня новую видеокарту. Отличная карта, все хорошо работает. Возможно, будет немножко лагать, но, ребят, лагает это не из-за карты, а лагает просто из-за того, что у нас случилось... Беда. Дело в том, что мы узнали, что у нас, как он называется-то, проблемная материнка и процессор всего лишь на 4 ядра. Этого, ребят, очень мало для этой игры, для того, чтобы стримить на ультрах. Даже не знаю, то ли сделать какое-нибудь среднее качество для того, чтобы... Для того, чтобы стримить в более высоком разрешении. Кстати, давайте... Нет, ну сейчас-то уже, наверное, поздно пробовать, да? Хотя, сейчас я посмотрю, сколько у нас людей. И если небольшое... Нет, сейчас уже 3 человека, поэтому, прошу прощения, делать, наверное, этого не буду. Но смысл именно в том, что в течение недели-двух, если я найду быстро денежку, то я попробую сделать... найти непосредственно материнку хорошую под мой процессор 8-ядерный. Ну и, соответственно, уже там будет гораздо все лучше. В любом случае, я надеюсь на это. Итак, всем привет, кто пришел, ребят. Кто не в курсе про мой канал, пожалуйста, подписывайтесь на него. Нажимайте на колокольчик, чтобы видеть, какие новости выходят на канале, когда стримы, когда... Что ж такое? Вот, когда стримы и когда новые видосы получаются. Потому что видосы у меня различные выходят не только по этой игре, но, как вы уже поняли, будут и другие игры интересные, во-первых. Ну и, во-вторых, есть какие-то обучающие уроки по фотошопу и что-то с этим связано. Так, непонятно, что тут такое, если честно. У нас ЛТ вообще нету, да. Да, ЛТ нет, поэтому... Да, ясно. Я просто поздно подумал, надо было сделать, наверное, не ультры, с ультры убрать. Вот у меня настройки графики просто ультра и полностью все. Ну, то есть все очень и довольно классно. Если бы мы поставили вот здесь, вот, допустим, просто высоко,
то можно было бы уже это 95. Если мы поставили просто высоко, да, ребят, то возможно можно было уже стримить совершенно в других настройках. Да, я, конечно, эту штуку никуда не пробью тут, и неизвестно, что он вообще там. Ну, может, он повернется, может, он захочет. Ух ты, пробил куда-то. Тут нет, это странно, куда я там пробил вообще. Вот куда. Отлично. Увидел, куда можно пробивать его. Это типа гусля. Ах ты, елки зеленые. Ха-ха. Видели, да? И главное, смотрите, 54 непонятно, зачем он там стоит вообще, какой-то душман, блин. Не могу долго ждать. Ой, я, блин, промазал даже, ребят. Ладно, вот этот товарищ, который нехороший совсем. И сейчас попробуем держать курс именно... Да ты, зараза, не получается у меня даже третий загружать. Ждем. Еще один, смотрите, что происходит. Надо где-то было. Кто-то подойдет, нет? Я просто не в курсе, ну, скорее всего, вряд ли, да? Нам бы хотя бы батчата забрать. Кстати, нет подключения, вот написано у меня на... Ай, только не 95. Ну ладно, хрен с ним. 95. Блин. Так, я отвлекся. Здесь у меня проблемы. Проблемы на Ютубе. То есть не показывает на Ютубе. Ну, у меня на телефоне. Но здесь я смотрю, все в порядке. Вроде бы как. Обновляем, смотрим. Ай, так, кстати, сегодня стрим будет небольшой, что у меня телефон не потянул непосредственно. Почему-то он у меня с Ютубом не очень работает, с Xiaomi, кстати. Непонятно, что и как. Итак, давайте берем Chrysler нашего и двигаем вперед. Ну да, давайте в бой.
Привет, привет. Тут у нас объявился Лама Жекара или Жокера. Лама Джокера, господи. Так, ну тут дело такое. Дело у нас сложное. Но мне надо сделать... По-моему, тут какой-то беспредел. На этой стороне все враги у нас. Ёлки. И вот... Ах ты, ёлки зеленые. Ну, молодцы все равно. Молодцы, молодцы. Давайте будем пробовать. Кстати, есть вот там такая нычка интересная. Вот с той стороны. И можно... Лама Джокер, я поздоровался, да? Ну, по-моему, поздоровался. Привет, привет. Так, вот там вот есть какой-то товарищ нехороший. Нам бы главное не подсветиться, а то подсветиться мы всегда сумеем. Смотрите, как песочек блестит у нас. Ух ты! Прикольно, я такого не видел. Ну, то есть, я же сегодня поставил только новую карту, поэтому я нифига здесь такого особого не видел, ребят. Поэтому я так охаю-ахаю. Рикошет просто не попал, но это мелочь. Ух, как! Красота! А если мы снизу попадем в НЛД вот сюда? А, все равно не пробил, прикиньте. Я уже его и туда, и сюда, и туда, и сюда. А он не пробивается даже снизу. Лама Джокера. Я вот тут потею на Т-44. Может, погнали, покатаем вместе, говорит. Ну, блин, ну это надо создавать взвод. Если ты меня найдешь, то, пожалуйста, давай, приглашай и покатаем, может быть. Но на 44-ке я что-то не очень хочу катать. А вот, потому что у меня сегодня всего 2 танка или 3 танка для катания. Первый из которых, как вы сейчас видите, это Крайслер. Второй танк это у нас будет Прожетто 46. И третий танк, очень крутой танк, на мой взгляд, который именно создан конкретно для фарма, ребят, это 90-ик. Это, ребят, 90-ик. ЕЛК. Эван 90. Вот тот танк конкретно служит именно для фарма. Вы стоите, ни черта не делаете. И в конце боя выходите просто, а вам такие 50 тысяч чистыми. На. Ну, то есть здорово. Здорово. Не знаю, что там какая-то лажа на самом деле происходит. И все там уже переживают. И вот этот мне очень не нравится товарищ, который просто так стоит здесь. Ах ты! Ух ты, как круто! Всего лишь 7-ка. Ну, молодец, чё, классно стреляешь. Давайте попробуем, может быть, нам вот этого кого-нибудь удастся там все-таки. Нет, тут что-то как-то совсем. Я-то в тебя даже не мечусь. Ух ты, блин, там вообще, ребят, не очень комфортная ситуация. Ялки зеленые. А у меня УВН нифига не работают. У них просто нет УВНов. Короче, надо откуда-то куда-то валить, что ли. Так, ну как ты понял, да, Джокера, Лама, или как там, Лома. О, как круто. Постоишь немножко? Подождешь? Ну что, стрельнешь, не? Хочешь? Еще постоишь? Ладно, придется, ребят, брать голду. А то этот товарищ, по-моему, подофигел чуточку. Да ладно вам, господи, что вы там парите мне мозги? А, не хочешь, да? Ну, походу, нам тут вообще-то кажется, что не очень-то все и хорошо будет. Если честно. Ну, голда есть голда, ребят. Я просто загрузил голду, ну, просто потому, как надо быстро все это сделать. Там, смотрите, там еще 30-ка. Да что такое там? Надо забирать этого хрена. Да вот я не хотел, очень я не хотел от 30-ки получать.
Поможет кто-нибудь? Нет, вот просто надо помочь чуточку. Вот очень мало надо помочь. Если там сейчас 30-ка лупанет, это будет крайне неприятно. А что, никого нет? А что, этот товарищ смотался? Вот вроде арты стоят, да? Твою мать! Ну все, я тут проиграл, короче. Ребят, я тут проиграл, голдой еще фигачу. Вообще непонятно, что там такое. Вот где арты? Мне нужна помощь. Что ты, дурак, стреляешь? То троечка, то двоечка. Блин, еще тут подъехала куча народу. Твою дивизию. Вроде... А, я не голдой стрельнул. У тебя в игре такой же ник, как и название канала? Нет, насколько я помню, у меня не такой. Хотел я играть, хотел немного совсем. Так, ну вот, по идее, должно быть видно, какой у меня ник, да? Дайте я посмотрю, как в Ютубе смотрится вообще. По идее, должно быть видно. Сейчас надо посмотреть, что там у нас. Должно быть. Нет, там у меня Дмитриус Яковлев 9. Что-то мы тут в самом конце вообще валяемся где-то. Да, все, вон видно, прекрасно видно, ребят. Дмитриус. Дмитриус Яковлев 9. Так, поэтому, если что, жду, пожалуйста, добавляйте и будем, но только так, недолго, наверное, боя 3, скорее всего. Ну что дальше? Давайте сейчас попробуем на нашем малюсеньком танчике, просто в великолепном светляке. Ну давайте пробовать, давайте. Итак, что у нас сейчас? Сейчас у нас тут, понимаешь, линия Зигфрида. Очень неадекватная карта. Итак, ну что, здесь нам особо ехать-то некуда, надо здесь стоять исключительно, потому как мы в этом месте, на этой карте мы особо ничегошеньки не делаем, просто стоим и больше ничего. Вот поэтому, ребяточки, надо нам как-то вот куда-то... Да, сложно, вот честно, не особо я полюбляю играться во взводах, и уж тем более во время стрима искать, добавляться, спасибо, но, к сожалению, мне это не так важно, и не особо я бы хотел отвлекаться по этому поводу. Вот, так, ну что, смотрите, какой хороший красавчик. Нет, отваливай, да что ж такое? Отваливай, говорю. Молодец, еще раз давай. А лупануть его нельзя так, чтобы он сдох, нет? Да кто там? Да вообще круто просто. Какие-то тупо чмошники, блин. Просто какие-то тупо чмошники стоят, ничего не делают. Он взял, подъехал, меня забрал. Нормально. Почему нет? Молодцы, ну-ну. Вы, придурки, самого крутого танка упустили, теперь давайте попускаться. Итак,
Ну, может быть, я же говорю, карта неординарная. Ладно бы, если бы еще я куда-то там, не знаю, побольше там в кустик стал, может, что-нибудь насветил. Но, не знаю, не люблю я такую карту, когда карта с мизинец. Вот, ничего там не видно вообще, никак не видно. То есть, негде стать, по большому счету, для того, чтобы... По большому счету, эта карта вообще для тяжей была. И совсем неинтересно мне играть на этой карте. Давайте попробуем прожать на 46. Конечно, спешить уже никуда не надо, но просто какая-то непонятная шняга. Еще куча наших стоит, и почему-то ни один не стрельнул. Ну как, нормально не стрельнул. Да вы гоните. Почему-то вот что-то вечером вот такие вот плохие карты. Маленькие, неинтересные. Ну что ж, будем стоять на месте. Везде должно быть это стояло, когда оно меня не очень полюбляю. Итак, на телефоне, во всяком случае, у меня проблемы с подключением. Но я все вижу, все слышу и так далее. Ну что, давайте. Альпийский тигр у нас здесь где-то во главе. Тот танк, который особо ничегошеньки не стоит. Вон он там вот впереди стоит. Ну, нам с нашим надо ехать только вниз. Ну, вниз, а потом наверх. Немножко не хватает, конечно, нашему компу. Моему, в частности. Возможно, не сильно рассчитал я настройки. Не сильно правильно рассчитал настройки, но... Завтра уже будет все по-другому, и, возможно, будет уже более просто, вернее, менее качественный непосредственно здесь уже в клиенте будет геймплей, но более качественный будет разрешение уже самого передающего устройства, то есть OBS, на котором я стримлю. Ну что, ух, я тут чуточку притормозил, и этот товарищ взял и меня еще толканул. Хотя, что он меня толканул-то, непонятно. Итак, ребят, давайте будем посмотреть, что у нас там. Ух. Хорошо, вроде не должен он нас попалить, во всяком случае, а мы его можем. Ну что, давайте пробовать. Как-то странно, наши вперед не пошли, не идут никуда вперед. Давайте попробуем, может быть, получится подсветить как-то. Да и, правда, там куча народу может быть. Нам бы лучше не нам светить, а чтобы подсветили нам. Твою дивизию. Он где-то вот здесь вот стоит по-любому. И никто не хочет идти сюда наверх. Класс. Супер. О, альпийский тигр пошел. Молодец, слушай. Молодец, молодец. Больше никого там нет. Никто не видит. А то я бочину получу, блин. А не хотелось бы. И что, все, он так будет там стоять? А вперед нет желания проехать, товарищ? Товарищ. Да, ну так неинтересно. Что там, альпийский тигр еще жив? Честно говоря, не очень хочется так делать. Но это будет глупо, конечно, если я поеду вперед. Это он внизу пошел. Да. Еще один, блин. Да что ж тебе надо, придурочный? Там стоит, короче, три этих
Два тяжа, короче, и он спокойно стреляет. Молодцы, классные, вообще классно играют, ребят. Все нормально делают, да, перекрывают. Этот альпийский тигр там. Альпийский петух, блин. Так, ну ладно, от всех получил, от кого возможно. Ну и? Вот он попер сюда. Просто я ничего не могу сделать, потому что здесь вот он тот хрен. С горы. В общем, я ему немножко... Ой, уфу, отомстил немножечко. А у нас там еще две арты, да? 7-3. Так, ну что... Очень плохо, очень мало, очень неинтересно. Так, 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 так. Что у нас там? Еще что-то есть там, нет? Да, вон там вот вражина стоит. Вообще надо, конечно, голду, потому что этот танк тоже у нас голдозависимый, если честно. Круто мы настреляли уже так. 202. На самом деле не играл я, не стрелял я как бы давно на этом танке. Ну, в том плане, давно, это пару дней, наверное. Потому как проблема у меня... Что у нас тут? Нормально, выехал, все, готов? Да твою мать, чё ж ты такой глазастый-то, а? Не, ну хорошо, что попали уже, хорошо. Правда, там с той стороны, наверное, тоже кто-то есть. Меня, наверное, хочет уже. Ну? Подсветить никто не хочет. Вот они там стоят внизу, там, кучу народу. И не знаю, что делают вообще, если честно. А что у нас там? А тут ничего не видно. Вот они взяли проблему, проехали вот эту вот. Класс. Классные игроки вообще. Супер. Супер, блин. Супер крутые. Просто взяли, поехали дальше. Оставили этого чувака и поехали дальше. Нормально. Он сейчас, по идее, загрузится. И как? Да, сюда, вперед. Стоять. Нежданно, да? Понравилось? А, ты думаешь, у меня 10... Ну, отлично, ладно. Можно и так, собственно говоря. Поехали. Как-то вот так, что ли, там я игрался. Ох ты, елки зеленые. Ну, как-то страшно, да, вообще? О, альпийский тигр. Получил по полной программе. Я вообще не знаю, зачем человек покупал этот танк. Потому что танк, честно говоря, ну, абсолютно ни о чем. Нет, ну как, любой танк, он способен, и альпийский тигр, он тоже, в принципе, способен на нормальный геймплей, но фиг его знает, наверное, как-то надо прятаться там, отходить там куда-то. Так, ну что, давайте опять про джета, наверное, или что мы... Нет, давайте мелкого. Вдруг у нас получится сейчас на какую-то хорошую зону пойти. Давайте посмотрим.
Ну что, ребят, вот у нас такой вот маленький наш танчик. На этой карте, кстати, тоже не очень хорошая ситуация, честно говоря, по поводу... И мы здесь, в общем, не очень удачно, если мы пойдем вперед, потому что из света нас всего два, мы настолько мелкие, ну, как вы знаете, навстречу всегда идут, и, как правило, в первую минуту могут забрать наш танк, если мы сейчас неразумно пойдем вперед. Поэтому наша задача, самое главное, сейчас засветить, попробовать противника, который пойдет однозначно вот здесь. Ну, просто они привыкли вот здесь вот ходить. И если они пойдут здесь, вот как 1390 сделал, да, вот он пошел нормально, все хорошо, молодец, замечательно. Вот, но при этом тут где-то... Так, о, какой. Ага. Обычно вот здесь, вот в этом районе, идут тоже ЛТшки, либо где-то они становятся. И вот наша задача как-то, когда их уже не станет, тогда можно ехать куда-нибудь там, подсвечивать там или еще что-то на этом роде. Потому что, сами смотрите, даже 44-ку там уже нету 44-ки. Что говорить про меня? Итак, ребят. Давайте посмотрим по поводу ЛТ врага. Я не вижу. Ага, вот теперь я вроде увидел позицию ЛТ врага. Это позиция где-то вот здесь. Вот, вот она, вот здесь. Вот очень важный товарищ, который нам совсем, собственно говоря, не товарищ. И они там стоят так нехорошо, если честно. И они вот все прячутся. А, вот еще один ЛТшка, 49-ка. Я понял. Давай, сжимайся, сжимайся, колесико. Ну где, 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 где? Он, конечно, уже ушел, но, блин. Вообще непонятно. Но мне все равно нужно было перезагружаться. Непонятно, как так, как, куда он там ушел. За камушком, вот он. Давай, давай, давай назад. Мне всего осталось 8 секунд. Ну, спустись немножечко, спустись, родной. Да, 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 отлично, 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 отлично. И, кстати, даже я еще насветил. Просто здесь-то я. Давайте попробуем проехаться. У нас еще остался, по-моему, 49-очка. И 49-очка у нас, между прочим, довольно опасная. Ну, как вы все знаете, да? Смотрите, какая штука там. Боже мой. Боже мой. Давайте попробуем где-то стать, чтобы... Обычно, если мы вот здесь вот в кустик уже залезли, то нас уже никто не увидит, пока не подъедет к нам очень близко. Ну или мы не засветимся вот каким-то вот таким вот образом, выехав непонятно куда. Ну, давайте посмотрим, посмотрим, что дальше. Дело в том, что вот здесь вот стоит батчат, плюс ПТшки у них тут по любасу. Поэтому хз, как тут выйти. А вон у нас. Нормально, мы ее ведем, кстати. Нормально. И здесь, я думал, снизу пошли. Вроде нет. Ну ладно, посмотрим. Елки зеленые, можно было того немножечко по... Ну, можно было бы. Уже нет. Очень важно бачата сейчас забрать. И так сделать, чтобы он нас не заметил. Постараться. Потому что он сейчас пойдет вперед, по идее, будет убегать. Возможно. Вероятно. Скрылся. Ну и вот такая вот история у нас.
Где 49-ка? Еще и подожгли, еще и завалили просто. Классно. Наша задача — это 49-ка. Не упустить. Не упустить и замочить по возможности. А, но надо понимать, что он одним выстрелом может нас замочить. Нормалды, что он как-то, я бы на его месте повернулся хотя бы и что-нибудь там дал бы хотя бы шот как-то, ну вот как-то так, потому что я не знаю, что он так свалил быстренько. Ну что, давайте дальше посмотрим, что у нас здесь. На троечку мы настреляли, как я и говорил. Ничего мы не сделали особо, да? Ну, правда, с личными резервами. Но все равно, ребят, 67 мы получили, 67 получили чистыми. Просто жесть, ну просто лафа, вообще ничего не надо делать. Давайте повторим на этом мелком. То есть это танк конкретно для добывания бабла. Просто для добывания. Смотрите, главное, по... Даже сколько мы настреляли, мы третий, да, вот четверка настреляла 2000 там, ну почти 3, мы 1000. А на каком месте мы по настрелу? То есть даже больше, чем 257. Да, ну нельзя так, конечно, сравнивать, потому что мы из-под тишка подходили там туда-сюда. В общем, давайте дальше, ребят. Так, ну здесь место неплохое, но что-то тут не то с этим местом, если честно. Давайте немножечко вот в это место залезем, наверное. Так, увидим? Да, должны увидеть. Ладно, чуть позже сделаем. Итак, вот в этом квадрате постоим, ну как обычно, да? У нас ЛТшек 4, нам не дадут. 4, да? Сколько там? 3. Нам не дадут туда пройти, потому что... Потому что как бы много желающих там постоять, скорее всего. Сейчас посмотрим. Первым делом, если здесь не получится, тогда пойдем к домику туда, в кустике. Итак, дайте проехать. Да, вроде нормально, вроде я тут могу даже сам встать, потому что остальные уехали. Один стоит, второй уехал. И давайте попробуем на нашем маленьком танчике здесь постоять. Единственное, что еще можно было, это бы как-то вот хорошо бы нам свалить, потому что сейчас, не дай бог, засвечусь. Да вперед проедь, жопу крутит, блин. Итак, пока я врагов не вижу. Но они действительно слишком как-то близко не подходят. Так, одного просветил. Но все равно, даже если шотнут... Ух ты! Куда ты поехал задом, тупица? Прикиньте, я даже попал, даже пробил там, все нормально с ним.
А вернуться нет желания постоять здесь, вот здесь, в этом месте. О, еще один. Так, ну, я так полагаю, что лучше мне пойти все-таки туда же, в бой. Честно говоря, я не очень хочу лезть вперед здесь. Нет, вы это видели? Ха-ха-ха. Якпанцер четвертый. И просто стрельнул. И рикошет. А чё ты не поехал вперед, тупица? Итак, ладно. 18 секунд, слишком долго ждать. Но если он постоит, будет круто. Подожди, подожди, родной, подожди, нюхать. Молодец, подожди. Ну быстрее, сим, так долго просто, жесть. Да ну, это не может быть такого, неправда. Сваливай назад, не едь вперед, блин. И где-то здесь вражина. Ну, было бы здорово, но, к сожалению, видите, сам стреляю по собственному засвету. Это, конечно, очень круто. Но слишком долго. Вот я сейчас стою. Это очень долгий просто засвет. Это очень долгий, в смысле, загруз снарядов. Просто жесть. Вешаюсь. Ехай сюда, ехай ко мне. Да. Ну вот как они хорошо все стоят, да, когда вот... Да стой ты, подожди немного, подожди чуть-чуть. Что, захватили, нет, твою дивизию? Бред какой-то, если честно. Как они и сваливают, и просто берут и сваливают. Давайте попробуем сделать. Ух ты, елки-палки! А! Это будет больно. Это, ребят, будет больно. Очень больно. Да ну. Все, придется идти, но я сейчас буду получать. Уф-уф. Давай, давай, уходи, уходи. Да нахрен ты стоишь-то. Все, давай, поехал. Да поехал ты. Не хочуха, блин. Какой-то тупорылый. Вот реально, вот в этот момент. Вот просто тупорылый танк, блин. Как можно так ехать по этой... полосочки земли, блин, он как инвалид какой-то на коляске, блин, едет. Пипец просто какой-то, жесть просто невероятная. Просто едет как инвалид просто. Никакой скорости не набирает, ничего. Не пойму, что здесь такое. В горку вроде и еду, вроде все нормально. Свалил бы, но еще один дебил здесь стоит за камнем. Ой, ребят, это жуть. Да, я аж, короче, аж перенервничал. Ну реально, как это, непонятная шняга. Давайте, все, берем Центриона. Потому что, безусловно, ну можно было свалить, но этому тигру помогли, блин. Конечно, если ему помогли, то от меня уже здесь нифига не останется. Давайте. Рвем когти.
Что-то очень сильно отстает YouTube. Какая-то непонятная шняга. Ну что, здесь с десяточками, ну, вроде ничего. Вроде можно здесь как-то сыграть, поиграть. Давайте будем пробовать. Посмотрим, что к чему. Итак, очень хорошая позиция вот там. Да, как мы видим, у нас комп уже подвисает трошки. Так, что-то непонятно какая-то ситуация, если честно. Мне бы вот туда подъехать. Мне бы вот в это место смотаться, вот здесь вот постоять бы. А тут никого нет. Никто не хочет быть, во всяком случае. О, скорпиончик. Застыл. Я могу тут скорпиону? Что-то я не понял. Тут обычно всегда куча миллионов тяжей. Ни одного нет. Тут же он был, скорпион, да? Вон он, да. Ждешь? Ну, жди, молодец. Что это такое? Кто там? Откуда? Нормально вообще. Ну а где-то наши еще кто-то есть, нет? Вообще ж, по идее, кто-то должен быть кто-то здесь, нет? Или все только могут отступать там, или еще что-то? Да блин, помощь мне нужна. 44, блин, стоит он. Ой, аккуратно. Вот этого надо накрывать, вот того. Вот у нас, ну правда, одна арта всего лишь осталась. Но тут мы трупы, короче. Ну конечно. Да нет, тут жесть. Все понятно. Ну, смотрите, во-первых, как по карте. Непонятно, где, кто, как так случилось 1-5. Ну, просто жесть. Классное место, но, да, фланг оставили, кто-то написал. Ну, я бы сказал, что какой-то бред вообще. В основном идут по центру и по низу. С правой стороны в основном оставляют на карте. И враги с правой стороны именно идут. Во-первых, с правой и по низу. И вот здесь получилась такая штука, что я попадаю. Но пару раз у меня была такая ситуация, когда я здесь очень хорошо настреливал. Ну, прямо очень хорошо. К сожалению, сейчас не получилось. Давайте попробуем на скорпиончика. Может быть, на нем что-то выйдет. Ну, и посмотрим. Нам осталось совсем немного, ребят. Совсем немного. Что у нас здесь? Давайте посмотрим. 10 минут нам осталось до конца стрима. Посмотрим, что к чему. И... собственно говоря, на этом все. После этого я продолжу еще немного. Да, что-то здесь с этим очень проблемный, короче, какой-то YouTube. Непонятно мне, в чем дело с YouTube. Вроде все нормально. Вроде, да, вот сейчас все нормально. Как-то перезагрузил страницу, сразу все появилось, но
Все-таки какая-то непонятная штука. Итак, что у нас еще? Нас смотрит огромное количество людей. Всем спасибо за это. Так, и что? Начинаем бой. Поехали. Осталось последний бой. 10 минут. И на этом, собственно говоря, у нас все. Так, дайте еще посмотреть, что у нас с настройками. Все ли в порядке? Да, вроде все в порядке, все хорошо. Немножечко, конечно, глючит. Это очень неприятно, когда у вас очень хорошая карта. Так, естественно, далеко я не поеду, не буду там ничего делать. Просто здесь немножечко поставим, да посмотрим, что вообще. Что-то как-то я заехал, непонятно. Оу, улетел. Лишь бы куда-то стрельнуть. Я из тех. А она вообще не пробивается же, да, эта штука? Такое ощущение, что там можно попасть, но на самом деле попасть там нельзя, потому что там этот, хрень это. И этот туда же лезет. Ну что ты лезешь? Вот здесь можно попасть, это хорошо. Че, все, не будешь больше двигаться? Просто, что мне тогда здесь делать? Что мне тогда здесь делать, если он двигаться не будет? Это, конечно, вообще ни о чем будет. Сейчас у меня... Вот он. Дождался, пока я начну уезжать. Две арты. Ну что ты едешь сюда, блин? Дороги мало, поля мало тебе. Сейчас арта как даст, блин. Нельзя засвечиваться. И опять, смотрите, второй фланг полностью отдан врагу. Вот что хотите, то и делайте. Пожалуйста. Никто не против. Кстати, углы УВН очень паршивые на этом танке. Ну как так можно ездить? Ну почему? Вот почему мы проигрываем-то, а? Уже какой бой подряд мы проигрываем? Почему такая шняга? Итак, ладно, давайте попробуем. Может быть, получится нам просто куда-нибудь кого-нибудь лупануть там по башке, по лицу. Ну, тут осталось, кстати, совсем немного. Просто взять и лупануть его, да и все. Главное, чтобы не сильно огрызались-то. Может, отвалишь? Отвали, отвали. Дайте. Да что ты, ну приехал ты. Ну и чего, сейчас будешь толкаться здесь, блин, придурочный. Вот сейчас надо было стрелять, а не мешать здесь. О, дострельнул. Не может быть. Не может быть. Стояли бы. Вот ты чё стоишь здесь? Чукча, блин, недоразвитая. Иди стреляй, блин. Добивать может, блин, придурочно. О, 430-й. Отлично.
Вот вам и стерва, пожалуйста. То есть мы тут полностью профукали вообще. Ой. Ну, конечно, там стоит какая-нибудь стерва там, или кто хрен его знает. Артана. Чего они машут? Вон сколько врагов, они тут стоят, непонятно зачем. Так, ладно, поеду я, наверное, вот просто поеду сейчас, раз они там все там. Поеду я арту поищу. Может, получится мне с артой поиграться. А потому что иначе глупо здесь. Они обычно здесь тусуются, а тут их нет никого, прикиньте. Что стоишь-то? Ух ты! Вот, пожалуйста, вам бачат меня добил. Где-то стоит. Зато там они парами, кучами катаются. Ну, ладно, ну вот неплохо все равно. Неплохо, и, кстати, на Скорпионе, если бы я не играл как СТ, то, в принципе, по большому счету, я бы ничего не настрелял, стоя на месте где-то там. Вот. А с другой стороны, ну, Скорпион нормально зарабатывает, поэтому я думаю, что мы что-нибудь там настреляем. Ну что, давайте посмотрим, что у нас там по... Да, осталось совсем немного. Гигабайт, привет. Видеокарта, ну, сейчас я объясню ситуацию. Видеокарта Гигабайт, GeForce 1050. В общем, такая TI. Нормальная видеокарта на 4 гигабайта, все хорошо, но смысл в том, что просто сама видеокарта, она особо не дает... Ну как, я играю на ультрах полных вообще, то есть очень хорошие... Очень хорошая карта, и, в общем, чтобы передавать хотя бы на 1080 в 60 этих кадрах в секунду, да, то нужно хотя бы какая-то, чтобы была приличный процессор и материнская плата. Вот. У меня, к сожалению, этот есть процессор, но вот с материнской платой есть кое-какие проблемки. И вот эти вот самые проблемки, они вот... Короче, плата перегревается и нет возможности вообще играть, то есть компьютер отключается. И пока вот я сейчас в данный момент играю именно на 4-ядерном процессоре, из которого вытянуть больше ничего нельзя. Поэтому в ближайшее время буду покупать уже материнскую плату, она недорогая. Вот. Ставить конкретно процессор. И все. И тогда уже нормально смогу стримить. Потому что, ну вот, все-таки ставлю на очень хорошее качество, когда идет игра, но она уже, к сожалению, начинает немножко подтупливать, поддергиваться. Вот, а это уже не интересно. Итак, ребят, играю сегодня недолго совсем, не хочу долго. Итак, что у нас здесь? Ну, с другой стороны, нам некуда идти дальше. Так, идем по морю. Что-то постоянно, короче, картинка на Ютубе отстает, там очень намного. Но, блин, как классно. Карта очень классная. Я очень доволен. А теперь есть проблемка именно.
Ну что, классный танк, тебе тоже нравится? Мне тоже нравится, смотри какой, да? Красавчик. Так что вот такие вот дела. И, кстати, сегодня небольшие совсем стримы, и буквально там, может быть, хотел еще пару игр проиграть и уже заканчивать на сегодня, потому что вчера всю ночь не спали, воевали с компьютером, и вот мучились немножко, потому что даже сделали компьютер за ночь. И, ну как, человек делал, а я тут вообще ничего не делал, грубо говоря. И просто-напросто получилось таким образом, что я пришел к нему в 7 утра, забрал компьютер, а оказалось, что он буквально через 3 минуты после того, как я включаю танки, там через 3, 2, ну короче, с самой небольшой нагрузкой, он просто тупо отключался и все. Как будто защита какая-то срабатывала. Так, ну что, здесь у нас жопное место на самом деле. Не очень такое приличное. Ну да, Першенко, ты, конечно, молодец. Ты Першенко просто самый гений, крутой там. Не знаю, что он там делает. А Гигабайт, картинка вообще лучше, чем была, или такая же, как тебе? Что-то мне не нравится эта куча народу, которая здесь находится. Откуда их столько здесь? И еще Хэви пошел вперед, это, конечно, жесть. Вот дурак на ВК-100. Надо было, блин, тридцатку убирать. Забирать тридцатку надо было. Дай проехать что-нибудь, дайте сделать тоже. Так, давай ты будешь смотреть, куда едешь. У тебя что, места мало там? Вот еще один дебилоид. Ладно, хорошо. Будем, короче, ждать, пока им дадут по башке. И будем пользоваться уже ими как трупами. Не, чувак вообще неадекватный. Он поворачивать, походу, не умеет. Или тебе надо... Задрал ты, блин. Что за человек, блин? Давит и давит. Давит и давит. Как... Неадекватный какой-то. Как бы дебилоид, блин. Вот вам, пожалуйста. Это совсем нехорошо. Но хотя, с другой стороны, у нас вон подъезжают наши. Не, ну он уже понял, что он уже все, трупак. Главное, давит и давит вот эта вот чучка. Что за народ? Вот оно тебе надо ехать вперед? Оно тебе вообще надо? Нормально вроде стоим, все нормально, все. Ух ты, подонок какой, а? В общем, совсем мне не понравился вот тот придурок, который не умеет задом поворачивать, как те бабы, блин. Но по-другому я хрен его знает, что с ним делать. Не, ну можно было, конечно, и просто проехать там. Пропустите его, пожалуйста, проезжайте. Вот, но что-то он меня взбесил. Не люблю я, когда так тупят конкретно, не по-детски просто.
Ну что, идем дальше. И давайте на этом танке, потому что этого танка, именно Крайслера, почему-то боятся очень многие враги. Прям девятых-десятых уровней просто боятся. Лев очень боится. Т-34 очень боится. Кто там? Ну, если, конечно, у нас есть углы или противники. Вот. Торт боится просто жуть как. Ну, правда, торта мы пробиваем исключительно голдой, но все-таки мы его пробиваем и прекрасно себя чувствуем при этом. Ну, то есть, на мой взгляд, все восьмерки нас боятся и все девятки практически боятся. Кроме ЛТшек, которые элементарно могут закрутить, настрелять там. Хотя вот сейчас вот видели, да, вроде как Т-10, он же не самый медленный, да, но при этом... Смотрите, насколько он крутил. Мы спокойно на месте его отбивали без проблем вообще, абсолютно. Так, в какую сторону пойти, даже не знаю. Ладно, пойдемте направо. Че? Пойдемте, давайте. Вы же хотите направо? Поехали направо. Вы направо хотите? Ну ладно. Нет, просто я один направо не пойду. Я смотрю, что здесь какая-то у нас не очень хорошая ситуация. Куча народу, все какие-то ЛТ, когда вообще шестой уровень какой-то, и все поехали сюда. Странная тень какая-то. Ну ладно. Итак, что у нас здесь? Промазал? Да ну что ж ты там делать-то будешь, а? Два раза стрельнул, два раза не попал, короче. Ладно, давайте будем пробовать, потому что там С-3 это самый опасный противник. Ну как бы все-таки все знают, что С-3 там обладает очень классной броней. И, ну, собственно говоря, танк тоже очень хороший, тем более он хочешь не хочешь на восьмом уровне. И что у нас там? Блин, что-то у меня не работают эти... дополнительные шняшки. Ну что, давайте, поехали. Будем бить врагов. Надо их бить обязательно, потому как это враги. О, там еще и арты. Боже, как замечательно. А что, ты бежать собрался, слышь? Сейчас эти чукчи, короче, сбегут просто, да? Я тут такой один останусь. А что у нас с той стороны вообще? Кто знает? Офигеть, там еще и... Это что было? Я ж вроде захватил. Да что такое, блин? Я что, не могу попасть по нему? Не, ребят, это не серьезно. Это не серьезно. Какая-то какашка непонятная. Задрал ты. Сколько он мне жизни взял? Смотрите, ребят, сколько народу. И, блин, я не пойму, где все? Все стоят, что-то ждут. Ну ладно, хорошо. Давай. Хочешь углом? Давай углом. Просто здесь еще арта будет. А арта это мне вообще очень неприятная шняга. Давайте пробовать. Где там у тебя? Арта у нас. Есть арта? Гуслю. Сбиваем гуслю. Надо сбивать гуслю, несмотря ни на что, они за мной прятаться, блин. Придурочные. Да ну что ты за мной прячешься, дебил, блин. Да... Классно. Классно. Вообще супер. Еще там арта у нас. Вообще супер. Класс. Да. Норма. Да, блин. Ты там есть ЛТГ, блин. Вообще охренел. Стоит. Да сейчас подзаберет меня и все. Короче.
Это чему подобное, хренать хрень стоит там, ничего не делает. Я в шоке, короче. Ну забери хоть кого-нибудь, мудак, блин. Тупой баран. У меня нет нервы уже, блин. На пределе, блин. С идиотами с этими. И непонятно вообще, какого хрена там. Я не пробил этого дебила третьего уровня. Вообще танк какой-то третьего уровня, там, почти первого. Я ни хрена ему не смог сделать. Вообще какой-то отстой просто. Команда дегенератов. Так, ладно. Я аж разнервничался, блин. Дайте мне револьвера, блин. В бойно. Что за фигня, блин? Вообще не понимаю, что это было только что. Элементарный бой. Просто стой, просто ничего не делай. Ох. Так, ну что, давайте. У нас здесь очень хорошая голда, по идее, должна быть, да? Сколько? 250, не такая уж и хорошая. Так, я не понимаю. Комары, что ли? Прикиньте, комары, походу. Ну, вроде я ни одного не видел. Может, мерещится. Итак. 3 ЛТ пошли сразу. Один, походу, захотел здесь остаться. 4 ЛТ. Жесть вообще. Да что ж ты будешь делать-то? Что, нормально постоял там, да? Все в порядке. А что ты остановил? Прикиньте, он взял, остановился. Ребят, вон, смотрите, какой. Штука какая. О! Вот это был ему лимит. Да блин, там еще прожета стоит. Это вообще жесть. Тут вообще не вариант стоять, если честно. Здесь 44-ка, здесь прожета стоит. И к ним не подступиться, блин. Ну, блин, я ж присел, когда 44-ка по мне лупила, просто присел. Итак, где здесь у нас? Может быть, да, где-то там кто-то тусит. А, о, самое крутое место ты нашел. Вот молодец. Вот молодечек. Вообще какой. Товарищ у нас появился на тяже. Поехал на тяже. Ну давайте попробуем. Может быть, сдастся он мне. Нет. А что у нас здесь? Блин. Вообще такая лафа стоит. Я ничего не могу сделать. Ну давай, давай, давай. Ну. Очень долго, крайне долго. Эти 11 секунд это просто жесть какая-то. Просто каторга, блин. Еще и не пробил. Да вообще класс, блин. Офигеть, офигеть, блин. Еще и не пробил. Что это нафиг такое происходит? Какой-то у нас тяж дегенеративный, блин. Взял все, профукал. Камушек прикольный. А что у нас? Где у нас? Вот здесь, да? Ну, пожалуйста, в точку бьет там спокойно, да? Когда не надо. А нет, смотрите, стоит тяж.
Но, блин, 11 секунд это крайне долго что-то. Это вообще я просто потухаю уже. Ну, блин, ну неужели туго вот мозгом вот сюда вот приехать? Вот сюда куда-то зарулить вот там вот. Неужели так трудно поехать? Да, все, 3 снаряда у прожетого. Ну, все. А нет, еще не отстрелял. Вот свет у нас совершенно какой-то бесполезный. Ты сюда иди. Вон он, Юдас. Уходит, да? Не попаду, походу. Ну да, он уже где-то там. Ой, ЛТ, короче, вот этот вот абсолютно бесполезный. А вот там у нас есть один наш нехороший товарищ. Что ж такое? Давай! Как же меня... Нет, 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 рановато, рановато, рановато. Вот придурочный ЛТ, не понимает, что здесь Юдас, он просто нашу сотку заберет сейчас и все. Да что такое? Охренеть, я просто в шоке. Вот просто, стой, бей. Не-а. Твою. Это уже не смешно, блин. Это реально уже не смешно. Я вроде не так сильно устал, чтобы так сильно тупить. А вот этот хрен, конечно, тупит не по-детски. Что он там делает, я вообще не понимаю. Абсолютно не понимаю. В общем, какая-то лажа у меня тоже, походу, после сегодняшней ночи. Конечно, 54 облегченка, он вообще настолько тупит, просто жесть. Ух ты, смотрите. Сейчас должен появиться наш друг на Проджетто. А, не должен. Где этот хрень? Где? Блин, 10 раз нажал на кнопку, пока, блин, выстрелил. И то на автопилоте, короче. Ну, конечно, конечно. Зато сейчас поедут такие герои кверху прямой кишкой на 54 облегченки. Поедет такой и будет убивать Арту. Что ты делал до этого? Вот хочется взять вот так. Я не знаю, вот смотрите. Просто. Попаду, не важно. Все. Оп! Вот еще хочу стрельнуть. Очень хочу его замочить. С такого дальнего расстояния я бы его с удовольствием замочил. Вот просто, блин, тошнит меня от этого дебила на 54-ке. Так. Еще у нас, ребят, давайте мы обновим все-таки. Может быть, надо было обновить. Так, делаем ход конем и обновляем, закрываем игру. И сейчас быстренько сделаю. Но в любом случае, ребят, у нас осталось всего-навсего каких-то 10 минут до конца стрима. И на этом, собственно говоря, все. Ну и почему мы так долго загружаемся, я вообще не понимаю, что происходит. Ерунда какая-то. О, начинает загружаться, блин. Ладно, хорошо.
Ну что, мы работаем, мне как-то поднадоело загружаться так долго. Я просто думаю, что сейчас XVM появится, и все будет норм. Ну что мы так тупим-то? Так, берем Chrysler и продолжаем на Chrysler. Крайне громко почему-то. Что случилось? А, теперь вроде все наладилось. Ну и посмотрим давайте, все так как должно быть или не. Нифига. Надо заново устанавливать моды и смотреть уже что к чему. Хотя моды по идее работают, но как-то непонятно. Ой, ребят. Итак, что будем делать-то? Так, а если мы сейчас попробуем рвануть направо? Вот ты куда хочешь поехать? Твою мать! Иди отсюда нафиг! По-моему, комар все-таки. Нехороший. Отворот, говорю. Да тебе что, места мало? Отвали, говорю, нафиг отсюда. Уйди нафиг. Ни хрена не вижу этой дурацкой башни. А у них что там? Куча этих карт, а у нас никого? Просто сейчас играю, чтобы посмотреть, как у нас там с артами. Офигенно играем, ребята. Офигенно, у нас арты есть, нет? Где? Да блин, я не вижу, где у меня моя эта пушка-то? Охренеть, у них нормально все с артами, у нас какое-то говно. Не понимаю, в чем дело. Вот нужна мне помощь от арт? Не будет. Помощи не будет. О, как видите, танкует. И здесь уже не танкует. Ребят, всем спасибо. Я пишу артам, что они кончены. Ну, тут понятно, да, ни одного выстрела в мою сторону. А, я не напишу, мне нужны моды. Ладно, ребят, всем спасибо, что были. Спасибо. И кто будет смотреть после непосредственно стрима, тоже заходите на канал, смотрите. Будет разное интересное видео. Подписывайтесь на него, ставьте пальцы вверх, не знаю, вниз, как вам понравилось, не понравилось. Ну и, пожалуйста, на колокольчик нажмите для того, чтобы быть в курсе, когда все-таки будут выходить новые стримы и другие какие-то интересные вещи. Всем спасибо и всем пока. Пока, друзья.